Приветствую всех читателей портала androidex.ru. Бывает, они возвращаются, хиты прошлых лет, практически забытые, давно отправленные большинством на пенсию. Но мобильная платформа воскресила многих, и старый добрый червячок Джим тоже обрел вторую жизнь с легкой руки ребят из Blue Spirit. Теперь все желающие могут совершить поход в маркет за бесплатной версией одной из лучших аркадных стрелялок 90-х. Игрока встречает практически оригинальное меню, в котором можно сделать небольшие настройки, кнопочкой которая заберет у вас пару десятков минут свободного времени. Именно столько можно играть без перерыва. Именно столько игрушка будет радовать, пока не надоест. Но после 10-минутного перерыва снова в бой, потому что долг зовет, земля сама не спасется. Управление реализовано традиционно, при помощи экранного джойстика и экранных кнопок. Для победы требуется бегать вперед-назад, срубать врагов из верного аналога УЗИ, убегать от чего-то, с чем справиться не представляется возможным, и прыгать, прыгать и еще раз прыгать. На уровнях можно будет встретить многочисленных врагов, каждый из которых требует особого подхода. В конце каждой главы непременный босс, куда ж без них в аркайд-платформере. Звук, по-моему, очень похож на оригинал, графика мастерски воссоздана и ничуть не изменилась со времен Сеги. Так что все желающие могут попробовать это творение. В целом игрушка оставила только положительное впечатление.